Во время выборов губернатора в прошлом году у нас население само определяло те площадки, которые будут обустроены, соответственно, в 2021 году. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы вместе с населением определить уже наполняемость этих детских площадок, посмотреть, какие малые архитектурные формы будут устроены. Нам сегодня подрядчик, который разрабатывал проект, предоставит определенный набор, и уже вместе с теми жильцами, которые выступали инициаторами, вместе с теми жильцами, которые сегодня у нас собрались, которым не безразлично, что будет установлено, мы уже определим конечный перечень данных площадок. Данные площадки обустраиваются в городе Петропавловск-Камчатский в рамках проекта, губернаторского проекта «Город для жизни». Завойка у нас стал лидером в первом округе по количеству территорий, и 3 детских площадки будут обустроены в этом году. Специально и определяли, чтобы это были разные локации. Мы на прошлой неделе встречались на Петра Ильичева, дом 2. Сегодня здесь встречаемся. Здесь самая большая будет площадка, потому что как бы здесь и земля позволяет, и нет коммуникации. И когда мы как раз просматривали, выбирали локацию для площадки, то эта локация наиболее подошла, потому что площадь земли самая большая. Ну и сегодня, соответственно, обсудим ее наполняемость. Хотелось бы, чтобы эта площадка удовлетворяла как и малышам нашим, так и уже более взрослым подрастающим ребятам, чтобы можно было заниматься спортом, соответственно, предусматривал антивандальные тренажеры и тому подобное.